вживую не видел, как эта команда играет. Ну, как бы это не было смешно, ну да, я не видел. Ну, то есть, у нас, например, не все. У нас есть романы. Не, вот, вот много еще есть, еще есть практически все. Но... А у нас есть ромашки, он норм пацан. Ну так честно, ну так... Да, да. Я заметил. Приходит такой ромашки, знакомится с вас с Иисусом. Садится и говорит, выходите поговорить о Боге. Ну ладно, знаешь, зато я за первым столом бы сидел, очень нравится. Здесь сложно было давать про правду не долго, потому что это такое... Ну, погоди, еще не вечер. Не, понятно. Надо везде искать какие-то плюсы. Это не знаю.
идет кепку. Да. Там все четыре пройдешь. Да, я буду считать покупать. Если он заиграл. Давай, 12-й. 12-й. Ну что, за настроение прекрасно. Yeah.
Thank you.
Да. Пять мангов.
перепал всю ману, мне кажется, которая была в этой колоде. Ну да, тебе не раздали богла, но где роботы вообще? Я просто сижу, короче, У меня был небольшой сайдборд против тебя. Я неправильно поставился. Я понял, что я просто никогда не играл с такой. Но, конечно, ничто по сравнению с тем, что у меня вышла одна история. Ну, первый, ты не знал, против чего играешь. Ну, и первый тоже, как бы, у меня полна рука там ответа, если можно просто идти, то сражать. У меня на земле. Ну да, на одной земле, к сожалению.